Невер, а ты во вторник-то будешь? Кстати, и что ты в этот рейд-то пришел? Да хотел и пришел, что-то... Не, ну Хантон... Я сказал, типа, я вообще на замене бы хотел посидеть в этом арте. Ну, типа, на этой... Отлично. Все, спасибо. А, там еще этот Снип писал, что он опоздает, тоже на замену сядет. Ну, типа, если что, придет во второй, если сможет. Ну да, да. Так, Оззи. Давай, чтобы такой хуйни, как во втором рейде, у тебя не было. Домаш нормально. Еще один рычаг, да пойду гулять, собирать всех подряд. Вы же там помните, что диспайлить не нужно, все такое? Ну все, все тут. Давайте... А, дух стаи только выключить. А, хрипатый, видишь черепок? Не сбиваем косты. Кебаб, мое кунг-фу сильнее твоего. Да я там понасасывал. Да, я заметил. Моего мощного паладина. Вот это осуждаю, конечно. Опа. Знаете, на пол, у меня еще рыба когда. Крипатый черепочку также спивай. Секси квадратику. Бля, хоть бери на СПВПшную треню. Я даже раз его нельзя прожать в этом эфире. А я undead. Тем же самым чертежам. Крипатый череп, а секси квадратик будет. И пизда нашему дому. Вот пока ты один, второй, третий, четвертый. Да, он плечку видел. Да, да. А от меня личку видел, я тебя весь день спамил, пошли играть, блядь. А, не было за компом толком. А можете, пожалуйста, почту поставить, ребят? Угу. Да, сейчас поставлю. А, просто поставил. Нет, это был Боб.
Хорошо, хоть не мы вдвоем. Ну да, хорошо не втроем. Так, ладно, давайте по меточкам сразу. Смотрим, у нас есть черепочек. Исполин, он твой. А, блин. Луну босса поставлю, на луну сам буду нажимать череп исполину. Идеально хилит все квадраты, хилит метки, кто кубы прожмет. А, я в луне, Корнес на рейде, хилишь луну квадратик, а идеальный крестик, череп, треугольник. А, исполин в черепке, в крестике у нас... Давайте ханты. А Синкай на треугольнике Ози. На квадратике. Что у нас будет? Войд. Давайте подписать квадратик. Если у кого-то проблемы с пингом, лучше скажите сейчас. Или подлагивает, чтобы я вас поменял. Не хочу здесь вайпаться. После магика 25-ку поставь, не забудь. Хорошо. А, у Ози треугольник, ты крестик. Синкай. Хорошо. Ну, анонсить все буду. Рыбу? Давайте рыбу. А где Джи стоит? В начале инста. Вот поставил. Кубок. Ну что это за реакция вообще? Мангуста, я считаю. Я предлагаю Кубобу на пушку намазать мангуста вместо той ерунды, что он да, себе намазал. Да, у меня еще есть, ничего страшного. Так, хорошо, косты. Я треугольнику, припатый черепку, крестику сбивает дуат, квадратику сбивает сексик, в луну сбивает нарзик. Бомжи первый отдает хрипатый, потом отдает дуат, потом отдаю я, потом отдает секси. Кто готов, заходим. Идем. Все, все готовы. Ну давайте. 5, 4, 3, 2, 1. Спасибо, Рос. Давайте сразу. Косты. Вы умрете. А ты твои были первые. Ладно, хрипаты с дуатом отдали на время. Наливай. На избурсты. Фир побегал. Я третий сейчас отдам. Я отдал. Хорошо. А кого вы отдаете? Вы мобы уже умерли. Ну, этим большим. Как можно было бить. У нас минута 14. Скоро за сутки будем убивать. Шеферал нормально бустит. Хотя это естественно. Это я бы больше дал. Так, бегает. Ну, поставлю кого-нибудь череп в этот. Но не дал. Не дал. Что это опять буря не работает, пацаны? Если да, то ну пишите баг-репорты. Я уже устал писать. В смысле, войс говорить там? Ну да. Я уже устал эти баг-репорты в войс говорить, пацаны. В школе расскажешь. В школе уже все знают, бля, на ушах стоят. Нам
На пулов кубы отдавайте, пожалуйста. А, у нас ханты стоят оба. Ну ладно. Нарсик, значит, будет у тебя нам полнужны. Одна секунда. Блин, Дон, ты его как так плохо делал. Мне главное, чтобы он меня топором своим не блочил этот куб. Потому что в прошлый раз я из-за этого не нажал. Нарсик в лицо встал. Нормально. Исполин там не АФК? Исполин, ты там не АФК? Нет, просто он брос. Хорошо. У нас 10 секунд. Нарсик, Геру, да. 7. Стали на кубы. 2. Каст. Стоим, держим. Пиздец, моему агру, конечно. Ну, нет, нормально. А наглое оружие в Нарзика БР. В твоей пати рога. Нарзик, в лицо не вставай. А что это такое? Откуда у тебя цифры появились? Рисуем. Молодец. По 10 секунд. Ставимся. Нажали. Отлично. Блять, смешной дамаг просто, ну типа ноль бурь. Может подпрыгивать, когда я пью? 10 секунд у нас, уже 8. На кубы. Пожали. О, 4 бури все-таки прошло, значит, если бегать где-то. Я сейчас это убью. Ну, слушай, я не виноват, это типа, ну, меня Сирус заставляет бегать. А я смогу миликом бить, типа, в спину условно, и не упираясь в стену, подбегать от отбрасывания? Вспышка 10 секунд. 10 секунд вспышка. Пишет, что 3. Возможно, кастанет раньше. Или позже. Или позже, да, позже получается. Ну и чё это он, эти кастанет?
Каст. Добивайте. Ой, я даже ут успел вовремя сменить. Доживем. Бля, ну это просто смешно, типа. Я на первом месте должен быть по ДПС, куда это годится? Покин на паладинов. Ну, блин, смешно. Вот это да, смешно, конечно. Нарсик, перчатки нужны? А, или феррал же есть еще. Не, у феррала прилога нет. Сразу не залетайте в игру, пускай 25-ку поставят. Да, все выйдите сейчас быстренько с инста. Ну, кому там нет. Сейчас найду. Да, Гудлик, нормально. Роги в 4-4 тоже дамажит. У нас 2 токена за все время, да, упало этих грудоколоковских. Угу. А знаешь, сколько прик упало? Ой, и не говори. А кто залутал, Гудлик? Дрищ вроде же забрал, да, так и ночь. Да-да, Грудак Дрищ. Почему 20 не стоит, что ли? Дон стоит, ты ж руки мне не отдал. Мне они нужны. Я что-то присмотрел. Так нужно, чтобы все вышли с логова сейчас, и тогда сможешь сменить. Спасибо. Я тебе ГПшку чуть не дал. Блядь. Как посмотреть свой ДПС, если, блядь, его нет? Нет, ну я о том, что, типа, как учесть, типа, бурю эту... Т4-ю, мою и праведную месть. На другом боссе посмотри. У нас слишком много. А у нас нету больше боссов, где я могу подамажить. Типа просто АФК. У меня есть 25. Ну, типа ну, я... На валиках. Блять, фу, 25 поменялось. Нет. Бонус мой стрим. Отдельно, что ли? Кругом Эгдоридон на этот, Абд, ну короче, босс. Локи суммон будут принимать? Рос, еще раз, ты хочешь увидеть Т4, как у тебя било, не било? Я знаю, что оно не било, я хочу увидеть свой ДПС на магике. Бля, блядь, нет, вместе с Т4 моим. И бурей в целом, чтобы она била. Она пива. 11 тысяч, короче, будет. Она била 6 попаданий, понимаете? 6 попаданий всего, да. А посмотрите, божественная буря, сколько попаданий? 10. То есть вы думаете, я спел с КД 10 секунд, забой нажал 10 раз, правильно? А божественную бурю, ой, этот, четвертую божественную бурю с КД условно 20 секунд. Это посчитать, потому что не посчитаешь, что это 3 переменные. Я предлагаю накинуть 3к ДПС и считать, что так оно и должно быть. Не, Рус, ты дал 16, короче. Все, спасибо. Да, вот такой мне нужен этот... Подсос. Да, а, расчет. 25 стоит. 15. Да, стоит. Все, хорошо, суммуйтесь туда. А не, Вал, типа, это не теория заговора. Ну, рекаунт показывает, что оно ж, ну, не работает. Это из-за того, что я бегал, типа, у меня хотя бы буря проходила чуть-чуть. У Расмуса, вот, условно, смотри, ни одной бури нету толком. А, не, есть. Сейчас смотрю, сколько у Расмуса. Да. 8 попаданий. У него даже больше. А где ты стоял? 23 попадания от бури. Слота нету, но он на замене. Второй рейд вторник. Да, ну, во всех стоял, где все стоят. Я понял, бегать начал. Ну, типа, да, когда стоишь просто у стеночки, беда. У него столько же я начал двигаться туда-сюда, влево-вправо. Рос.
У него, у тебя 9 попаданий в Т4 буря, у него 8 попаданий в Т4 буря. У меня 6. Нет, я четко вижу 9. Именно Т4. Божественная буря Т4. А, 6, да, 6, стоп. Почему 6? Это, ну 9. Это как 9, только перевернутая, пацаны. Тебя легко понять. Сам столько раз ловился, блин. Да не суть, должно быть, ну типа 20 срабатываний условно. Гудль, я тебе больше скажу, ты масло не намазал, вместо хастпота выпил дикой магии два раза причем. Блять, я не масло не намазал, ни фласку не выпил, пиздец. Ты этот, огненный зев не жрал, Гудлик. Ну короче, ошибка за ошибкой. Как будто в первый раз на локе. Вообще-то не надо дикой магии нажимать, когда у тебя 4-4 нету. А почему, кстати, не отображается огненный зев? Потому что не за это. Не-не, Гудлик, не имба. Сумма статов 400, сумма статов хосты 500. Чувствуешь? Наёбка где? А зачем ты с меня собираешь? Я же стою танчу. Не, ну кстати, ру смерть смехом, вот, допустим, фаер магия. Ну, Сурфанги сначала пьют припод дикой магии, а по второй пьют хосту. Когда мы 30% ТП. Нет, я понимаю, я не о том. Гудлик, сколько у тебя хосты, что ты ловишь ГКД меньше секунды? У меня 600 хосты не ловится. Теперь не нужно было бить, я танчил с поля на троих мобов. А, секси, ты дал 150, да, сейчас Корнесу еще пропишу. Потом забуду. А, рост в танка. Что? Да, в три танка, конечно. Ну тыкните. У меня нет билда, я скинул, который на... чтобы двоих танчить спокойно. Это мне страшно. Кого мне держу? Троих? Нет, нет. Ты одного. Ты того, кого вы все играют. Ты черепочек. Мини пизда. А, то есть на один удар дольше проживу? Вон, раздайте сессию по ним. А возможно, да, хрипатый. У тебя что с танком? Потому что у Роста давно не одевал его. Да похуй потанчу, я сейчас слабый. Давай, хорошо. 46 кхп. Ну, я не сопрот, ничего не пью. Вы меня шрудержите, пацаны. Рост, почему у тебя нет сопрота? Да потому что, блин, дорогая банка почему на мне. Почему у тебя нет сопрота? На мне дорогая банка. Кто мне кидает трейд? Не, кебаб, мне уже дали большой. Так а что, ты думаешь, мне точно нужно пить здесь сопрот? Я так не выдержу. Ну, на стрихила. Пей. А, голову не отдал. Ну, секси, бывает, согласен. Пиши. Я не знаю. КП я могу раздавать. Мне кажется, я бы лучше троих подержал, я бы их точно выдержал. Хорошо, давай, Войт, ты на черепке. Поставил джипсы, хрипаты, все. О, тогда меня нужно напулить будет кого-то. Хрипаты в танка. Хорошо, Войт на троих, хрипаты в танка, Рос в ТДшку. Ты перепил уже, нет? Не-не. Понимаешь, хрипатый просто спекнулся, чтобы тебе фласку не пить. Просто. А я бы ее и не пил, типа, я бы выпил, если только пробивала бы. Да, ты после умер бы уже. Ну, ревностный пропнул бы. Ты недооцениваешь силу наших хилов.
паладина не ценю против кастеров. Так, давайте последний рычаг, да, это вот, начинай обходить, я ДБМ пущу. Хрипатый, на хрипатого черепочек на пульте. Все, все готовы. Стоп, 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 по ДБМу. Кубо банит первого, Кару банит второго. Пошли. Кера-то у нас повысит, ребят, но... Да, Кер, давайте сейчас. Что-то я провтыкал, сори. Кару. Вот, тебе там что-то надо? Да, а забери с него кого-то, у него мало хп. Хрипат, ты зачем ты с меня этого забираешь? Ну, тебе надо вон взять короля и увезти его в центр. Там, к сундучку, где появится. Блин, вроде хилят хилы, а сел по манику Боб. Так я демон, чё-то. Хрипат, они что-то страдают по мане. Забери короля и уведи его, только не через рейд. Ладно, сейчас я сам это сделаю. Чё, да? Как мы сейчас, блядь, будем бить двоих? Когда там король крутится. Я вижу. Гудлик, это у тебя макрос на какую кнопку? На раскол. Чисто. Ну да, мне тоже раскол не отобразил. Что без? Так нет, а что ты нажимаешь этим? Без кнопки, у него просто макрос написан. Все хуже, чем могло быть. Это просто текстовый макрос? Да. Не, ну Гудлик, ты там не болей. Страшные милики полезли. Прям в вихре. Два тысячи зелень нажал. По-моему, Гудлик переобщался с Пирексом. Да, вроде. Ты мой аккаунт вернул. Что? Ну, аккаунт вернул. Да я до него даже не заходил. Зачем он мне нужен пока? Вы его заморозили? Да, он вообще левал с гильдии. Он вернулся с нуля. А он в дизарме или почему никому не больно? Сейчас сцепим просто их. Сука, блядь. Я постоянно этот, потому что чуть по арене, я теперь 3 не жму на фир.
Что ж, крути на этой кнопке. Вообще ничего. Ой, ешь. Ничего нет. Раньше был камень, но я оттуда его убрал. Он не хочет ко мне возвращаться. Да похуй. Ну давай, луковские темы будут. Хуета. Хуета. Не, ну чирили, пошел, блядь. Поезд, кстати, бисовый. Поезд давай, на такой. Этого. На шамана бисовый. На Элема. И на любого, блядь, кастера. Я полтора месяца без шмота, блядь. Ну, зато паладинов один взрубили. Так, ребят, ну понимаете, судя по роллам, нам нужен паладин, шаман и либо разбойник в этот рейд. Очень срочно. Да не, должна быть справедливость, хотя бы штаны намагают. Не, ну а падают токены, один человек их ролит. Ну пускай ролит, нет. Не, ничего плохого, просто они скоро бесполезными будут. Ну вот на следующее КД нам нужен кто-то на паладина. Да, кто-то нужен. Ну я рога пойду в первый рейд. Я на шамане скажу. Ну да. Ясно, блядь, на меня все убили. Помогите. Давайте пояс. Голова никому не нужна, похоже. Насколько я считал, пояс бисовый на волка. Да, там два сокета есть, подышка красоты хорошая. Ну, на шамана просто крит МП5 есть только. Вот эти вот гудлики, которые сейчас не ролят, так ошибаются. Конечно. Ну гудлик-то вообще пиздец. Нет, сейчас транс... бы мог забрать бисовый пояс. На транс без ЕП нельзя. Первый раз упал. А, голова, мишки. Давайте за половину на офспек мишки отдам. Вот там есть. Да. Наглая рожа или войд. А, не, ну войд у тебя... Хотел тебе сова первый стоит, по-моему. Да, у тебя сова. Нет, не купить, но... Ну, также Void в этом... Медведи? Да, это танчи, слушай. А вы сможете примерно за 5 секунд сказать вот по ДБМу? Ну типа что 5 секунд осталось ДБМу, просто я ДБМцем не вижу. Озвучу. Ну ДБМ там сколько, на 10 секунд у вас? На 7 ставлю. А, ну там за 3-то скажите хотя бы. Да я, ну я скажу просто. Display, где таргет? Ребят, что это такое? Тихо. Действительно. Да, лут говно. Класс. Так и главное, во втором рейде тоже не падает ничего. Угу. Типа, раньше было такое, что типа в первом не падает, а во втором зато сыпятся все нужные шмотки. А тут в двух не падает. Да блин, ну админы 100% заморозили этот шанс лута какой-то. Ну типа, да 100%. Да ну посмотри, ни первый, ни второй рейд не лутает токены на локов. Они видели, что в гильдии куча донатеров? Вот и задонатили. Ой, заморозили. А у нас это... Рыбка-то вообще нужна? Давайте на арчик. Да, нужна. А ты-то как умер? Трэш. А, кстати, у меня своя есть. Можешь не эту. Так, гудлик, ну, пугам нормально. Фишка в том, что они пугам отдают, потому что пуги не донатят. А гильдейским не дают лутаться, потому что, ну, в гильдиях дохуя донатеров. Шапочку из фольги сделал. Да, бля, пацаны, стопудовая инфа. Я проверял сам. Так, что-то рыбы нету, пацаны. Ну, сейчас поставлю, ладно. Так я поел свою, так мы решил поставить рыбу. Где, а куда ты рыбу свою спрятал-то?
Ну, в шву тут. Да, он их спрятал. Поднял шву. Соляного заточил там в углу. У меня такая, понял, кусок только не было рыбы. Чисто филешку взял. Так, давайте это, Локи, аккуратней, хоть в этот раз мы спулим по ДБМу. В смысле? А кто пулил обычно? Не берите, кстати, в таргет, у кого есть пэты. Ну, чтоб они на агрессии не стояли. А, Void Fury на пул. Мишка, третья пати. Патерчек на готовность. Сейчас этот откатится, Гена. Она же все равно после притяжки. Подождите. Вот так вот. 7. 5. 4. 3. 2. 1. Подожди, конечно, ритмичность твоего счета, Донт, не очень. Кто скажет, зачем я крылья нажал сейчас, а не под Геру? Под Триньки нажал. Хотя Гера длинная, Триньки точно прокнет. Так, распишались. Летом хрипатый с розом сейчас. Так что он вообще ко мне лезет, я не понимаю. В могилу ляжете, пацаны. Так, это первый стаб, герой. Ой, ты ж проживешь все это время там. Ходи здесь ДПСа куча, че я спрашиваю? Пока не знаю. Где-то тут 20 стаков держал. Меня первый пропустил. Я вот туда в Москву переезжал. Я в прошлом рейде фул стоял сам. Хотя тут уже 4 куча. Не, там была проблема в том, что Милька убил. А. Как? Бегать не умели? Не, второго по агро бьет же. А, точно. А, это когда было сломано и нельзя было там через лок или через конта это все сделать, я помню. Как и сейчас. Сейчас разве не починили? Не. Да. Не особо удивлен, в принципе. Вот, что сыграл. Я тебя ОПшками скоро догоню. Интересно. Да сравнил Мишку и ПК. Ну да. Да я, слушай, я тут вообще приор не собираю на ДКшку. Когда-нибудь я, ну... Вот оно 4-4. Пусть наши локи собираются. Собирайтесь, локи, как раз нормально лук падает. Все, окей. Расспросишь? Не, ну Донт разрешил, пацаны. Донт разрешил. Можно собираться, Донт? Я одобрил. В подводной лодке два ключа сразу повернули. Какие ключи, Донт? Ключи, блядь. Ну, блин, ладно. Почти. Мы не знакомы с морской тематикой, поясни, юмор. Ну, бомбы ядерные так выпускают, Антон. Чтобы два человека одновременно повернули ключи. Иначе не сработает. А если один с длинными руками? Да, это там слишком длинные должны быть. Вроде штаны на магию упадут. Блин, я чувствую, без бопа я этих двух типов не обгоню.
Господи, как ДПС, пацаны. Он сам на себя кидать его не будет. Расмус придется доплачивать. Расмус, помоги брату паладину. Что надо? Да ладно, ничего. Боб по розу. Нет. Срочно, боб по розу. Че, гадости говорят, да, какие-то? Да. Я так крипатого сделаю. Крипатый инстоп, ничего себе. Сука. Блять. Сука. Да рот ёба. Зато град глаз горла выпал. Ну да, кстати. Все, полетели быстренько, ДК. Сейчас прига, пацаны, упадет вот в ангую, и я смогу перегнать кого-то из этих двух. Я ж ноги ролил? Да, точно ноги ролил. О, так я зато новый рекорд свой поставил. А, так хрипатому сало нипочем, он гаргулей своей дамажит. А ты что думаешь, у нас на гаргуле не работает сало? Думаю, нет. Гарга не кастует, гарга бьет, по-моему. Кастует. Ну, я отказываюсь от ролла, пусть ребята собирают понужнее походу. Кастом 450 ценил? 400 ровно. Пояс. Ну, кстати, с таким скоростью выпадения токена, Зорки уже, кстати, сгорел у него все ИП, да, за этот? Да. Мне сыка нихуя не надо, как факт. Все, пиздец. Ну да, Зорки вновь сегодня. Смешно. А что я сделаю сегодня? Тринька у меня есть, типа, нихуя не выпал больше. Хочешь, я не так ГПшку дам? Не-не. Я, наверное, тогда в первый рейд буду этим ходить. Рогой, блядь. А вот во втором. Какая разница? Так роги уж у нас полутались, так у нас на вообще. Будем рейд. Ну, главное, чтоб маг был. Ну, Алина ходит. Сейчас 5. Да, сейчас снимем. Да, блин, конечно, нужно лутаться с срезом 20%, не брать шмотки, которые вам подходят, это тупо. Все вышли с инстовка. У нас пятка стоит вообще. Посмотрите, кто... Да, 25 стоит. Хорошо. О, давай потанчу. Да тебе надо мишку мейном делать. Ты в Саверия же играешь. А у тебя, кстати, на ней есть 24? На сову. Кстати, на сову, я не знаю, почитал, походу не нужно 4Т4. И я сам потестил, типа, знамение ясности почти не прокает. То есть 2Т9 будет профитнее, просто апнуть нужно. Почему не отдают? Или же пароль отдают. И друидам вроде отдают. Паладина мы сейчас еще ДКшкам будем отдавать. Ну, анхоликам только. Ну вот, типа, так то же самое на сову надо, типа, 2Т4, 2Т9. Ну, а что только анхоликам? В моем бизнесе. Холики вообще Т4 собирает? Нет. Ну, я посмотрел на Т4 анхолика и понял, что я в Т9 буду бегать.
Но то, что ты посмотрел, да еще на практике ничего не значит. Возможно. Вот. А тебе-то в боди зачем оно? У тебя chest of сетовый крафтовый идет. Ноги с арпом. Кстати, я посчитал сегодня анхолику тоже арп профить не хосты. Все. Новый мир открывается. Анхолику 14% надо арпом собирать. Что, ну, а мы тут, а где Сумон? Ну, всех вообще. У нас Паурида в инсте нету. Да. А как еще? Первого-то придется в любом случае в 2. Я не проживу стаков 8-9. Не, мне на 6 уже больно становится. 3 хила еще идем. Ну, спасибо. Давай про пугареди не надо. Да, но ну вот все-таки это свою порнографию, ну, зачем она нам нужна? Ты заберешь огненную, я заберу кислотную. А, у тебя есть ускорение, кстати, ботинки? Сейчас. Ну, тогда давай говорили. Наоборот, я огненную, это кислотную. Не-не-не, я просто, ну, я словлю дебаф, она меня заплюет, и я на ботинках разморожу весь рейд потом. Так, синтай Фернес. Секси. Каску. Либо там возле портала стоит. Давайте, ешьте, разбежались. Все, по бафам. Войд? Все, по кругу разбежались. Добро пожаловать, герой. В центре ставлю. Ну вот, на ставку 5-5 там соберешь с меня. В этом Колизее вам предстоит сразиться с мощнейшими противниками. Да, в центре. Те из вас, поймаю, подведу. Испытания войдут в ряды серебряного авангарда, который направится в цитадель ледяной короны. Твои чудовища не чета героям Альянса Тирион. Ты же говорил, что тебе 24-29 нужно. Соперников в багровом круге. Ты напрасно тратишь на... А не, он в это, он фурик успехнулся. Из самых глубоких и темных... Он в арпсе. Да, ну, значит, спекается еще. Бой, герой! 5, 4, 3, 2, 1. Подождите, а кто забрал этот, ноги с этого? Я. Какой у тебя кусок? Третий? Третий. Стопль там потрошу. Пока под ноги. Если на ханте снобль, то можете так с ним быть. Похилят. Да не нужно, мы тут по ДПС. Сейчас врублю АОЕшку. Да, ну что, то, что ты там покливаешь и накрутишь себе, а хант не будет бить босса. Не профитно. Считаю идеально. РДДшники тоже не особо побьют. Любой кассы сбивают. А кто сказал, что по РДДшник? Я говорю про фанта.
тогда по АПО подайте. Снобль-то добили. Я забираю первую, увожу. Еще раз, не очень понятная команда. Боб, тач? Боб, да. 5, 4, 3, 2, 1. Первым. Так, черепочек играем. Дон, забери, он на войде. Я красный стою. А, подожди, войд его не в стену танчит. Войд, ты замерзший. Пока не задувай еще раз. 7 секунд. Дистанцию набрали? Массакру. Раньше. Снимите, кто чем может. Баблами, паладины. Расмус, бабл. Им на хп. Все нормально, выжили. Бэр давать? А кто умер? А, давай. Давай, мы еще полчаса будем бить этого ледяного. Что, Массакра плюс Мастер Аур вообще на изи прохилилось. Ну там разбежались хорошо. Пробафайте только павшего. Идеально, я это вот сюда вот веду. Разбежались настолько хорошо, что поразило всех. Что там уже появилось, да? Да, похоже. Слушайте, а второй рейд с кубами собирается или без? Нет, без. Ну, там типа в 23 тело, но все равно. Все равно все, хотя убивается. Нет, в ИК можно добрать кого-то. Нет, мы в прошлый раз бывает. Мы в прошлый раз добрали, а смысла от этого не было, и так прошли. А, Войд, потанчи его. Я тут с бафом далеко еще. Река душный во втором рейде, оно барак точнее. Это не оно барак, блин, это Саша непонятно что делал. Мы из-за этого лайпались. Не, спрыгнулся там, ты не видишь. С восьмой попытки. Ну, типа, зачем мы пытались его переводить из-за цель за копки? Ну, абсолютно бессмысленно. А вот не сказали, что нужно в щит стать, а вы и не стали. На следующем, когда, кстати, уже будет этот, не вот именно. Наконец-то. Угу. Отлично. Что я во второй ряд сейчас пойду за ДЦ. После ДЦшника тоже параллельно подобиваю еще. Если нужно. Карригер готовился. Ну, карригер, да, да. Мастера проходят карригеры без ТЦ. Без фуликлади. Ну, обходили, но его нахуй подходить. Бля, надеюсь, не меня, потому что я альт обнулся. Не в меня. Кстати, там писали баг-репорт, что он врезается еще и в трупы, кроме тотема. Я не
не знаю. Ну, какое-то видео скидывали, что-то такое. Ну, походу тестили. Ну как поняли, если условно на его дороге только труп, и он врезался, то в целом логично предположить. Ну да. Рос в тебя. Рос действительно. Блять, пацаны, не вовремя. Ну, это не ко мне вопрос. Чё, пацаны, брига упала? Конечно. Чуть-чуть, помню. Поясочек упал в кастерский. Хостой. Ху-я-та. И не поспоришь. Там главное, что пояс тоже хуета. Клинок Тараска. Слушайте, Тараска? Что-то знакомое. Тараска. По-моему. Да-да-да, это прям такая штука нормальная. ХП дает. Да донт, как обычно, какую-то хуйню ленканет. Очень тоже просто сейчас. Да. А, слушай, я уже хотел сказать ГЦ Айнон, а там не особо ГЦ Айнон. Ну, киньте еще раз. Что про это? Что ролим? А, черт. Да там уже 200, успокойся. Ну слушайте, короче, толку ну, того, что вот, я... А вот смотри, третья залетела. Сколько, перераливать? Ну да, да, давай перероль, Кубу. Почти. Слушай, блин, жестко, жестко. Короче, толку нет, вот я сролил рецепт вот этого вот грудака Мерлина. Ну что-то никто не пишет мне, чтобы я крафтил. Я завтра тебе писать буду. Что? Чтоб скрафтил. Ну, хрипатый ГЦ. Хрипатый. Разве пикколо паролил 5. А, лол, Кубоб, тебе нужен этот кинжал? Ну, ну поменяю, да. Хрипатый тебе куда? Пока ты это 4 не утонул. Вроде хрипатый же вообще вроде АДК. Да, но он в 2-9 бегает. Ой, в 2-4 бегает. Значит, он Т4 лутает. Ну, на лофспек. Зоркий, тебе же там один как раз токен нужен был, да? Да, один нужен. Ну, забирай этот. И что ему там нажать? Так, запустили следующего, нет? Собираешь клинок, а я его отдал кому-то. Кубабу я его отдал. Угу. Я не знаю, но если Куба, ну это ладно, чё. Ну я буду носить, да. Не-не-не-не, два танка. Два танка. Они же не контролятся уже, эти мобы. Да. Теперь Джараксу самый сложный ВК. Если мы сейчас пройдем Джараксуса, значит мы все ИК осилим. Главное верить в себя. Подожди, Рос, а зачем здесь два танка, если бабы, я их так на себе удержу, а големы не танчатся? Танчатся? В смысле не танчатся? Ну, в смысле, они прыгают и дамажат, все. Да, давай все. Их нужно сводить. Когда я закончу, появится грозный демон. Они сейчас не грипаются, их нужно сводить. Просто не когда знаю, начинает отойти от него, и так дальше просто. Ты их точно бьешь. Не надо уешь. У нас это вот 20 секунд. А Гера 30. Пизду такую Геру. Мастером призыва. Ты
Есть кому позвонить? Нужно бой перенести на 10 секунд. Так Геру лучше на чемпов дать, не? Кстати, сказал, что мы тут не упадем. Сказал, что мы тут не дадим ее. По откату Геру. Через одну секунду. Геру. Вот сейчас. Два мага. Один. БРК, да. Ой, бой, дай БРК. Каска прошла по тебе? Да, прошла. Сейчас катаемся, вулкан будут вылетать. Все играют в посох. Ой. Черепочек. Сокро. Там лужа милики, карнайс. Отведите с мили этого босса. Ну и кто это так разлил? Вот я поэтому. Бэр. Да, надеюсь, не я. Репатый. Есть. Наглая рожа, вовпро подними. Могу встать. Док, что лежишь? Команды ждут. О, я тебя умоляю, вставай, давай. И меня можешь поумолять? О, бро? Да не. В школе уже нечего рассказать. Готовимся к голему. Черепочек сразу. Снимите свои собственные сейвы. Новый череп поставил. Ози прихил метку. Отлично. А что у нас? Давайте мы это мобов тогда играем по 200 тысяч, они сейчас на 5 начнут прыгать. Черепочек. Хотя бы этот мили-зону. То давайте в босса доиграем, там 200 тысяч. Босса, да. Прыгание упало? Нет, ну еще не упало. Не сегодня. К счастью, вы победили демона, и теперь вас ждет новый противник. Так, под щиточек все стали, тотемы убрали, пэтов своих позвали к себе. Я вызываю. Дон, встань с другой стороны. Все, я вызвал, Дон, побыстрее убегай.
следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Тут трофей ролило 80 человек, сейчас 3. Требует справедливости. Мы вызываем альянс на бой. Позволь нам встать на место твоих рыцарей, паладин. Мы покажем этим псам, как оскорблять Орду. Хорошо, а будет так. Сражайтесь с честью. Дайте рыбку. Ведите никого, герои Орды. Да, кстати, я посмотрел, трофей такая хуйня, на самом деле, так мало дает этот прибавки. Ну там все первый ап, да. Пиздец. Разницу видно только между 232 и 258. Еще так, разницы не было, да. А там, ну, меньше сокет получается даже, суммарно. Да, 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 да. Ой, кому он нахуй нужен? Я не знаю, и там левел тоже особо вроде не апался. Бы как в Т5.